За счет средств фонда капитального ремонта будут ремонтировать даже выгребные ямы. Эту поправку в региональный закон приняли на заседании законодательного собрания Омской области. Также в список работ, которые будут выполняться за счет средств, собранных с жильцов, добавили и реконструкцию зданий. В первую очередь это восстановление фасадов. Современные материалы будут использовать, чтобы вернуть первоначальный облик многоквартирным домам. Пока законопроект приняли в первом чтении. Продолжают депутаты рассматривать и документ, который предложило Министерство экономики. Продлить до 2021 года налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предприятий и расширить их список. Там будет ремонт автомобилей, прокаты товаров для отдыха, химчистки, клининг-услуги, организация похорон и еще около 50 видов деятельности. На сегодняшний день индивидуальные предприниматели занимаются большим количеством видов деятельности. И не все они были предусмотрены данным законом, дающим право начать свой бизнес и воспользоваться соответствующими налоговыми каникулами. Поэтому мы этот перечень предлагаем расширить, если они применяют упрощенную систему налогообложения или приобретают патенты.